Мента с колы, чего? Меча. Моча? Реально, идиот, смотри! Ты вообще заметил, как поднялась вода? Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Меня зовут Влада 4. Сегодня мы снимаем стоп-стоп. Нам на голову будут выливаться разные мерзкие. Вам не послышалось. Под водой. На протяжении всего ролика в боксы будет подаваться вода. Оказаться по уши в этой реганине кнопочку. Выход. Заветную кнопку подписаться. Давайте, ребята, сделайте это. Коробки только две. Это самое важное камень-ножницы бумаги в моей жизни. Нет, нет. Так, так. Я лезу в бокс. Раз, два, три. Ой, блин. Ну, привет. Я так не хочу. Надо кнопочку подписаться, нужно их отблагодарить. Поставьте жирненький лайк под этот ролик. Они вообще-то должны выдержать 1,5 тонны воды. Спасибо, спасибо. А, ну вы уже залезли, справились. Братан, слушайте, ну такая комфортная. Нажать на какую-то кнопку, ну нельзя. Встаньте, два, три. Да, ты первый. Ну, я начинаю. Ну что, пацаны, готовы? Воду. Братан, пошла вода. Ну все, теперь нажимай на кнопку. На каждой кнопке записан какой-то ингредиент. Блин, стены, это вообще читис. Можешь постилку себе сделать. У тебя как в курятнике. Впитывать в себя воду лишнюю. Да, буквально 1,5 тонны. Хотел начать с чего-нибудь лайтовенького. Страшно. Вот сейчас выберу тоже. Щит. Щит? Дерьмо? Щит. Ну, в смысле, щит. Глен, ты можешь защищаться им. О, кисле. Ну все, он вытянул бонус. Воды набралось уже по щиколотку. Нажимай на кнопку. Пока что удаляю все нижние. Шлем пилота. Шлем. Бонус, красава. Йо, портануло. Опа. О, я не знаю, мне страшно. Выберу вот это. Кукурузные палочки. Рогонина? Вообще ничего не нормально, они тут, блин, растворятся. Мне щит дали только на один раунд. Ну что, немного. Эй! Это еще не все. Хватит! Остановись! Чувствую воду попой. Щит давай. Размокли, посмотрите, они становятся как пюрешка. Влад, давай, выбирай. Думаю, думаю. Чайная заварка. Чайная заварка, сейчас. Вода потемнеет, она превратится в чай. О, привыкаем. Десантник, который упал в поле. Блин, это что вообще будет под конец ролика? Возвращаю. Блин, он мне так помог. Запашок здесь такой, как в бане теперь. Давай, нажимай кнопку. Скитл. Скитл! Да! По лайту пока идем. Ты же понимаешь, что... Не забывай, что Скитлс один весит мало. Ай, я скажу, когда готов. Давай! Теперь все остальное. Как подожди! Хватит кобяков! Вы посмотрите, прикол в том, что они очень приятно пахнут. Превратятся в сахар. Липкие, противные. Давай! Эти нажал, эту... Квас! 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 Да! Я в домике. Без предупреждения. Я все видел! О, господи! Это скоро станет липким! А, блин! Скинул, попу впёхивается. Впёхивается? Да, не шутки, побыстрее, давай! Все, выбираю! Юпи! Нет! Нет, нет! Он будет раскрашенный, а еще он будет липкий. Ай, пора уже на голову чуть жиденького. Очень сильно красит. Порошок, юпо. Вау, я в жизни столько ешь воздух быстрее. Вау. Так, моя очередь. Нужно синенькую, но вот здесь. Полотенце. Ты заколебал своим бонусом. Полотенце. Полотенце будет необычное. Лови. Это прессованное полотенце, которое... Ты будешь протираться вонючим полотенцем. И полотенце, между прочим, на один раунд. Я так решил. Я не запоминаю, я записываю. Наконец. Посмотрите, как оно быстро начало расти. Развернулось. Что это за носок? Ого. На один раунд, так на один раунд. Глент, давай. Утонул полностью. У меня тоже. Нажимай, Глент.
мульча. Мульча — это что-то другое. Что такое мульча? Это кора дерева. Ой, больно. Особый какой-то вид коры. Может, особо вонючий? Так же, как палочки. Ай! Короче, лови все. Воняет, я в каком-то деревенском туалете. Иди дальше. Давай, у тебя платок на один раунд. Повыше. И хочу провести эксперимент. Вот это самая, походу, высокая кнопка. Ой. Спагетти. Спагетти. На ютубе вместо лайка вот такой жест. Мамма мия. Сырые! Это даже не половина. Ау! Лови большую партию. Вместо китайских палочек. Нормально. Использовать это как сиденье. Прикольно. Да, мне нравится. Объятия со спагетти. Полотенчик-то дай. Второй ряд кнопок заливается. Собачьи косточки. Лови. Ай, больно. На самом деле это похоже на сейф. Раджу. Хот-доги. У-у-у, в них еще и сырые сосиски. Ау. Ха-ха-ха, нормально. Глентик, давай. Кажется, это сейф. Посмотря пакет из чем. Давай. О, реально пакеты. Так, теперь я, давайте. Энники-бенники. Кетчунес. Ребята. Ебой. Ты без соуса. Готов? Нет. Ну все, теперь хот-доги полноценные. Думать, что ролик без жесткой рыганины. А, так у меня такую прошку попало, посмотри. Лицо прилетел. Как вы вообще? Потонул. Ладно, потом, если что, вернемся к ним. Кнопку сзади себя, посмотрите. Нажимаю. Вдохновляющие постеры. Вдохновляющий хот-дог, может? Нет, спасибо. Ставлю лайк. Это вы, подписчики. Ставьте. Хороших дам. Ну и, конечно же, не сдавайся. Виноград. Виноград. Самое главное. Вкусненький виноград. Кинь, пожалуйста, одну. Чунеси! Чуть-чуть спас. Все, погнали. Наслаждайся. Нормально. Мне все нравится. Ментос колы, чего? У нас есть кола, есть ментос. Лицо наклони над ведром. Мне кажется, не прокатит. Ничего не произошло. Ну все, тогда обливай себя. Ладно, раз, два, три. Ой, сори. Ну, пускай у тебя будет. Уточки! Ау! Ну все, развлекайся. Рис с соевым соусом. Вонючий рис с соевым соусом! Вообще, посмотрите, как высоко поднялась вода! Мне определенно нравится эта игра. Давай, Влад, теперь ты. Такс. О! 5 литров воды. Поможет мне немножечко наладить дела на голове. 5 литров воды, Владу! Мой нежный гель. Так, что-то происходит. Я не пухаю. Сейчас нажмут. Какую бы выбрать? Лишь бы она была адекватная. Песок. Нет. Немножко грязи тебе. Ну все, переходим к Владу. Противно. Ты вообще заметил, как поднялась вода? Так. Синюю нажимал. Шампунь. Потом воду. Глаза. Шампу по кайфу, эжи. Нужно быстрее находить выход. Воды уже реально слишком много. Торт? Не понял. И пахнет вроде нормально. Реально идет, смотри. О, пошла жара, смотри. Вкусок тоже крутой. Вообще, ну реально, вот эту. Морская соль. Какие-то просто спа-процедуры. Какая красивая. Влад, вот это тебе повезло. Слушай, твой, люточки. У меня какая-то канализация. Сейчас найду. Желе. Торт, желе, что это такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я сегодня больше по кухне, а Влад больше по ванне. Фу! Клет, блин! Да, твой способ просто шикарный. Слайм. Слайм? Ну, это должно быть весело. Заранее. Думал, он будет зеленый, знаете, такой яркий. Посмотрите, какая маленькая щелка осталась. Вода еще так равномерно наполняется. Вот это. Икринка. Что такое икринка? Подожди, Кобяков, я не готов! Что я испытываю сейчас, как это воняет? Вы не можете почувствовать запах через экран, то вы просто какой-то майонез с кусочками рыбы. У меня еще где-то 4 кнопки под водой. Кто? Уголь древесный. Чего? Я хочу посмотреть. Похож на шахтера. Но знаете, что мне интересно? Потихоньку красится. Правда, и уточки мои платья что-нибудь выберем. Я полезу под воду. Бомбочки для ванны. Одну тестовую. Давай. Фу! Не, шипят. Шипят! Слава богу, перебьет запах этой икринки. Бомбочка для ванны — это хорошо. Ну да, пахнет стало поприятнее. Слушай, мне кажется, или напор воды усилился под моими ногами, уже давно превратились в тесто. На вот это, ой. Посмотрите, я просто руку хотел. В этих челленджах я как раз таки больше всего не люблю сладкое.
Ой, как представляю, как я выгляжу. Зато подписчики это все видят. Теперь настал момент, мне нужно выбрать эту кнопку. Нормально. Ну-ка. Шарики с водой. Первый тестовый. Ну все. Но это все равно сейф. Я дальше играть. О, вот здесь одна. Выход. Нет! Не бросай меня, нет! Считалочку играл с этой кнопкой! Так был близок к выходу. Нет, не знаю. Там внизу. В самом низу вылазишь. Да! Ребята! Офигеть! Блин, Глентик, ты это поскорее! Счастливый человек! Да! Так! А ну! Вот и я помоюсь. Идите к Гленту, пока его не затопило. Глент! Это капец. Надо срочно искать выход. Кофе. Кофе! Стойте! Я думал, оно будет заварено. Блин, какая красота. И запах. Точно нужно найти выход. Я уже почти все кнопки нажал. Это. Я надеюсь, что здесь выход. Но он должен быть здесь. Соленые огурцы. Это что, прикол? Ёжик пью. Где же эта кнопка выхода? Выход! Выход! Вылазь! Фу, я просто черепашка-ниндзя. Бёдер осталось. Да, здесь реально какая-то слизь. Тушенка. Это один из самых жестких челленджей. Я так рад. Ну что, кайфанули и досмотрели его до конца? Пишите лайк под видос. Ну а с вами был я. Рады были для вас стараться. Всем пока!